Друзья, всем привет! С вами Александра Черная, ваш проводник в мир живописи и мастер мастихина. Сегодня наше видео будет о синих цветах. Какую краску выбрать, в чем отличие и как смешивать? Ставьте лайк, если хоть раз гуглили, как получить цвет индиго или турецкую голубую. А мы начинаем! Я выдавила несколько синих цветов уже сейчас на свою палитру, чтобы вам показать разницу цвета синего. Вы наверняка сталкивались с такой проблемой в магазине, что даже если откручивая крышку у тюбика краски, краска выглядит очень черной, и непонятно, куда же цвет поведет. Я для вас подготовила несколько цветов синего и сделаю сейчас выкраску. Синий цвет, вообще очень темные цвета, они раскрываются и становятся понятными, какой цвет при помощи разбела, то есть с добавлением белил. У меня выдавлена ультрамарин светлый, индиго, лазурь железная, голубая ФЦ или ФЦ, кобальт синий средний и небесно-голубая. И мы сейчас посмотрим, какие цвета из них похожи, кто, возможно, может кого-то заменить, или вы определитесь для себя, какой же цвет все-таки купить, а какой не стоит. Берем ультрамарин и добавляем в него белил. При помощи разбела мы начинаем видеть цвет. Кстати, белила не очень укрывистые, и нужно их достаточно большое количество, чтобы цвет получился насыщенным. Следующий цвет у нас индиго. Также набираю я на мастихин и добавляю белил. Цвет очень пигментированный, близкий к черному, но при разбеле он уходит в такой некий серо-синий цвет, который можно, кстати, этим индиго можно заменять вообще черную краску. Следующая у нас лазурь железная, либо берлинская лазурь еще в некоторых марках это называется цвет. Также я при помощи разбела мы начинаем видеть цвет. Что-то такое. Каждый цвет он уникальный в любом случае. Ну, они могут быть только более подходить к другому цвету, и там, но все равно на 100% один цвет другого не заменит. Голубая ФЦ, также беру, смешиваю с белилами, очень насыщенный, очень пигментированный цвет. Нужно буквально немного для того, чтобы уже краска изменила свой оттенок. Очень яркий, очень чистый цвет у этой краски. Вот при разбеле выходит такой оттенок. Кобальт синий очень часто можно заменить. Они похожи с ультрамарином. Давайте на это посмотрим наглядно. Кобальты дороже. Кстати, вот может быть он менее тоже пигментированный, в отличие от голубой ФЦ, это точно. Перекликается в разбеле, но мне кажется, ультрамарин ярче. Вот если выбираете, например, кобальт или ультрамарин цвет купить, что-то одно для начала, то я бы выбрала ультрамарин. Небесно-голубой, тут, конечно, цвет очевиден, но вот он похож на церулеум, но в любом случае не на 100%, но очень близкий. Вот тоже в некоторых марках нет небесно-голубого, есть церулеум. Я предлагаю такую замену небесно-голубому. В некоторых моментах можно, где не требуется, где вот нет нюансов, где не требуется прямо такие неразличимые нюансы в оттенках. Вот наша выкраска. Вы можете, соответственно, взять какой-то... Мои цвета любимые – это ультрамарин и индиго. На втором месте, точнее, следующий, который бы я, например... у меня моих три цвета. Это ультрамарин, индиго и небесно-голубой. Это вот три моих базовых цвета, которые входят в мою палитру. Следующим цветом, который бы я приобрела, который, например, да, вот постепенно, чтобы расширять свою палитру, это было бы голубая ФЦ. И уже дальше лазурь железная, кобальты. Тут надо любить кобальты и в них разбираться, чтобы, наверное, в них работать. Надеюсь, это видео было для вас полезным, а если вы хотите с легкостью смешивать цвета, не повторять за видео с YouTube, а действительно понимать, как это делается, советую регистрироваться на бесплатный вебинар по ссылке в описании к этому видео. С вами была Александра Черная, подписывайтесь на канал школы, а также на мой Instagram, чтобы быть в курсе бесплатных событий и следить за моим творчеством. До следующего видео!
Yeah.